You've gone and died, have you? If you die here in Boletaria, your soul will return to this temple. Well, what will you do next? Give up? That's what I did. I think I just lost my nerve for this kind of thing. Have you met the last surviving monumental? Those fools revived the old one on a whim. And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty, if you ask me. What's happened? Have you lost your nerve? No matter. At least we will be safe. Удрученный воин поведал нам немножко об увековеченных. Что их цивилизация по своей глупости разбудила. Теперь мы должны исправлять их ошибки. Так, ой, как неудачно упали мои душонки. Что ж, тебе придется их отсюда вытаскивать. Мы уже проделывали этот трюк. И знаем, что мы вроде как не должны разбиться, упав с такой высоты. Итак, у нас есть 7600 душ. И теперь Дева в черном может дать нам силу. Brave soul, for whom death is no fear. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Камни ока способны ненадолго связать разные миры. Если вы утратите физическую форму, вспомните о камне ока. Дева в черном обладает властью над душами, недоступной простым смертным. Благодаря своей силе она помогает убийцам демонов. Пока что нам не особо раскрывают, кто такая на самом деле Дева в черном и почему она обладает такой особенной силой. What is it? Seekest thou the power of souls? I understand. Pray forgive me. Perhaps I thought wrongly of you. I am sorry. I have always been here in this Nexus. I was here when the old one awakened, and I will be here when it rests once more. И если отказаться, она говорит достаточно интересный диалог, что она всегда была в Нексусе. И если посмотреть на ее ногу, то можно видеть, что на ней оковы Нексуса. То есть она так же, как и мы, привязана к Нексусу. То есть у нее, по сути, очень тоже незавидное положение. К тому же она еще и слепа. Ее глаза залиты воском. За что же с ней так поступили? И что же она такого плохого совершила? What is it? Seek us out. Of course. After all, thou requirest strength. Go ahead. Touch the demon inside me. Let these vagabond souls become thine own. И тут она нам говорит, что в ней находится некий демон. Myself. I'm only here to tend to each flame. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. Но даже учитывая то, что она демон, она все же помогает нам. Да, Дева в черном, ты полна секретов.
И, наконец-то, нам дают возможность поднять наш уровень. И первым делом мы поднимем силу до 11, чтобы можно было взять хороший щит. И следующее, что я рекомендую поднять, это жизненную силу, особенно новичкам, хотя бы, ну, где-нибудь до 15. Ну, а также нам может понадобиться интеллект. Давайте посмотрю, да. Давайте я все-таки возьму 14 жизненной силы и 14 интеллекта, чтобы у меня увеличилась память заклинаний, чтобы можно было выучить сразу не одно, а два заклинания. Art thou finished? May thy strength help the world be mended. Thou seekest the power of the soul, no? Then touch the demon inside me. Но то, что в ней находится демон, еще не говорит о том, что она сама является демоном. I shall await thy return, slayer of demons. I am here for thee and thee alone. Так, я потратил все души и совсем забыл, я же еще не купил щит. Но у нас есть еще и законсервированные души, так что ничего страшного. Так, нам нужно, по-моему, 2000. Ах, перебор. Ну, ладно, заодно поремонтируемся. Нам нужен щит Экью. Также починиться. You come back alive. I need your business. На самом деле, куда я сейчас пойду, скиметр мне особо и не понадобится. Также можно убрать смолу и огненные бомбы. И, кстати, да, дева меня наградила различными камнями, а именно камнем синего ока и камнем белого ока. Камень синего ока. Доказательство того, что увековеченный признал вас истинным демоноборцем. После смерти вы теряете телесную оболочку и становитесь бесплотным духом. Только тогда этот камень можно использовать, чтобы оставить знак души. Этот знак проецируется во множестве иных миров, куда вас смогут призвать в качестве фантома. Помогите призвавшему победить демона, чтобы вернуть свое тело. Да, это еще одна из возможностей, чтобы вернуть себе физическое тело, но если вы играете в офлайне, то, конечно, эта возможность у вас работать не будет, и вам остается только возвращать свою физическую форму при помощи камня бесплотных глаз. Ну, либо вы будете возвращать себе физическую форму после убийства боссов. Камень белого ока. Белый камень – точное подобие других камней ока. Обладает силой, позволяющей контролировать призыв и отправлять фантомов обратно в их родной мир, не воскрешая их тела. Также позволяет вернуться в родной мир оттуда, куда вас призвали в качестве фантома, хоть и не вернув телесный облик. Ну что ж, мы готовы двигаться дальше. И следующий мир, который мы посетим, это будет святилище штормов. Обелиск теневого народа. Край острова. Островное святилище народа теней, что поклонялся бурям и оплакивал мертвецов. С тех пор, как в небе появились штормовые звери, демоны заманивают души мертвых на остров, где те обретают новое вместилище в пустых скелетах. Ну, учитывая то, что о народе теней здесь написано в прошедшем времени, то либо этого народа уже не существует, либо они больше не поклоняются бурям и не оплакивают мертвецов. Край острова.
И, кстати, если посмотреть внимательно на обелиск, который переносит нас в Нексус, то он выполнен вот в такой вот форме, как бы, черепа демона. С воткнутым в него мечом. И обратите внимание на вот эти символы на рукояти меча. По-моему, такие же символы мы могли видеть в Нексусе. И это очень атмосферная локация, где постоянно плохая погода, идет дождь. И нас сразу же встречает оживший скелет, которому мы наносим целых 20 урона. И для новичков этот скелет может казаться непреодолимым испытанием, но на самом деле ничего сложного в нем нет. Главное, держите щит всегда кверху и контратакуйте после его атак. Скелеты очень слабенькие на баланс, и после каждого удара отскакивают от вашего щита, и вы можете свободно их контратаковать. Но самая главная фишка в том, то, что эти скелеты очень уязвимы к дробящему оружию. То есть здесь нам бы понадобилась какая-нибудь дубина или булава. Но если у нас нет ни того, ни другого, то... Фух, я аж испугался. То вполне подойдут и кулаки. Что самое интересное, даже когда у вас силы не так уж и много. Как мы можем видеть, кулаками мы сносим скелету по 44 здоровья. И это намного эффективней, чем наша сабля. Здесь можем видеть останки рыцаря. Трава полулуния. Здесь главное не торопиться. Потому что если мы будем здесь торопиться, нас сразу же атакуют несколько скелетов, и это будет означать практически неминуемую гибель. Поэтому идем осторожно. Да, здесь еще и лучники. Но нас интересует вот тот парень, который любит кататься. И лучше сразу же отойти, чтобы не попадать под огонь лучника. Да, у скелетов есть вот такая еще замашная ляка. Атаки кулаками очень быстрые. И можно неплохо ими спамить. Останки души. Отголосок души древнего героя, найденной в месте его последнего упокоения, приманивает бездушных. То есть это некая приманка. Там наверху мы можем видеть черного скелета и предмет, можно сказать, ради которого мы сюда и пришли. Это оружие, подняв которое, можно пройти, наверное, всю игру вместе с ним. При желании. Так, тут главное выманить от того скелетона сверху. Еще желательно не попадать под лучника, поэтому давайте опять отойдем назад. И устроим кулачные бои. Да, лучники здесь не имеют никакого оружия ближнего боя, поэтому... Можно к лучникам спокойно подходить и убивать их. Они так и будут даже вблизи пытаться вас застрелить из лука. Да.
Еще останки души. Да, на этом острове было похоронено огромное количество воинов. Останки этих воинов вселились души. И теперь эти руины населены скелетами. Также можно поднять еще один важный предмет. Это божественный талисман, катализатор, при помощи которого мы сможем творить чудеса. Металлический амулет с символическим изображением Бога. С его помощью можно творить чудеса. Для сотворения чуда, чудо должно быть выучено, чудо должно быть запомнено. На вас должен быть талисман. У вас должно быть необходимое количество маны. Ну, такое пособие для новичков. Солдатский лотос. Душа прославленного героя, который, похоже, пал от стрел этих скелетов. Ну, солдатский лотос мы уже читали, он останавливает кровотечение. И здесь мы можем опять повстречать авангарда, но этот авангард немножко отличается от того, которого мы уже видели. Тот авангард был закован в цепи. Этот же спокойно здесь разгуливает. Так, кстати, здесь есть ловушки. Лучше, когда ходите по таким вот узким коридорам, всегда прикрывайте щитом, чтобы не попасть под обстрел, иначе это будет смертельно. И да, скелет. Этого скелета убивать совершенно не обязательно. Да, кстати, здесь еще и все лучники поливают. Возможно, нужно было бы сначала убить их, ну ладно. Достаточно просто пробежать скелета, забрать фальшивом полумесяца и... Можно с чувством выполненного долга бежать из этой локации. Либо остаться здесь и собрать еще несколько полезных предметов. Спасти NPC и поднакопить немного душ, потому что в этой локации, в отличие от других, противники дают большое количество душ за их убийство. И с этим скелетом можно расправиться, в принципе, особо не напрягаясь, при помощи магии. Ну, либо, если у вас есть достаточный скилл, можно и в ближнем бою с ним справиться спокойно. Оу! Ну, да. Вот так иногда бывает. Одна ошибка и... да. И смерть. И приходится начинать все заново. Да, я поставил магию огня, потому что скелеты уязвимы к огню. Да, из скелетов иногда выпадает материал для апгрейдов. Так что, в принципе, если вы играете за мага, вам вообще не обязательно ущеряться, ставить кулаки. Можно просто убивать их при помощи магии и все. Особо ни о чем не думать. Ну да, за мага Демон Souls пройти, в принципе, вообще нет никаких проблем. Особенно учитывая его стартовые предметы, которые эту магию еще восполняют. Так, мы взяли фальшон. Но я его не поставил.
Рубящее оружие наносит огромный урон незащищенной плоти, но не очень эффективно против металлических доспехов, наверное, да? На самом деле фальшион не очень эффективен против скелетов, но это не обычный фальшион, это фальшион с заточкой на магию. Поэтому помимо физических атак, он также еще наносит и магическую атаку. Заточка на магию также увеличивает скалирование магического урона этим фальшионом, в зависимости от того, сколько у вас очков магии. То есть в данном случае для мага это идеальное оружие, ну, по крайней мере, идеальное стартовое оружие. Так, главное еще под обстрел не попасть. Лучше, конечно, убить сначала лучников сверху. Ну, вот такие сильные атаки мечами, от которых, в принципе, несложно увернуться. Ну, и всегда можно его закидывать. И он дает неплохой материал для апгрейда. Обломок клинкового камня. И давайте уже поднимемся наверх. Здесь у нас еще несколько скелетов. Ну, полностью эту локацию мы проходить не будем. Соберем все самое необходимое, чтобы облегчить себе в дальнейшем жизнь. По идее, здесь можно воспользоваться нелегальным шорткатом. Возможно, вы видели это в моем прохождении на стриме. Если здесь вот с краю сделать перекат вперед, то мы окажемся, можно сказать, в конце этой локации. И там же можно взять кольцо регенерации, если оно вам сильно так нужно. И здесь тоже ловушка, нужно быть осторожным, здесь стрелы летят буквально со всех сторон. Да, сказал, и сам же попой своей подставился. Здесь у нас лежит медный ключ. Ну. И кому это тело может принадлежать? Судя по прическе, это, возможно, был клирик. Хотя и, возможно, просто обычный простолюдин. Медного ключа, по-моему, нет абсолютно никакого лора. Разве что он просто покрыт плесенью. Ну, мне кажется, в этой локации все покрыто плесенью. Это место представляет себе крепость, которая уже, похоже, очень давно разрушена. Здесь летают вот эти вот скаты, которых, в принципе, можно сбивать при помощи магии, либо лука. Дело в том, что они достаточно быстро летают, да. А наше заклинание, наоборот, медленно. Да еще и мешаются различные стены. Ну, как говорится, если постараться, можно попасть. Умирают они буквально с одного удара. Да, здесь у нас еще один лучник. Их стрелы немножко обладают самонаведением. Кстати, здесь наверху... Ну-ка, сейчас поднимусь. Видно отсюда? По-моему, видно было. Да, он там вдалеке. Можно видеть первую на нашем пути хрустальную ящерку. Которая, как многие знают по серии Souls, дает материал для апгрейда. И здесь ящерки, можно сказать... Иногда сведены в абсолют, потому что некоторые материалы для апгрейда можно взять практически только у них.
Да, в узких пространствах эти скелеты могут доставить очень много проблем. Атака. Да, они прям любят спамить такими сильными атаками. Здесь уже либо до последнего защищаться щитом. Либо уклоняться. Щитом, конечно, надежнее, но сбивается вся стамина. Немножко приуныл, лег отдохнуть. Эта дорога ведет нас к воронам, но давайте сначала сходим в другое место. И убьем этого скелета, который нас обстреливал. И здесь лежит составной лук и стрелы. Составной лук хороший лук, но, к сожалению... Так, давайте я немножко спрячусь, потому что эти скаты любят портить жизнь. Составной длинный лук большой, составной лук укрепленный прочными материалами. Требует от владельца значительной силы, но и урон наносит немалый. Для стрельбы из лука нужны стрелы. Огромный минус этого лука в том, что он требует аж 22 силы. То есть для меня он в принципе не подходит. Если он хоть кого-нибудь собьет. Эх, не долетело. Кстати, за них тоже дают не так уж и мало душ. Из лука, мне кажется, их даже проще сбивать. Итак, давайте навестим воронят. На дороге к ним лежит путеводный камень. Бесполезная вещь, но полезная вещь для обмена. На открытом воздухе этот камень какое-то время излучает свет. Редкий, но в остальном бесполезный драгоценный камень, который можно использовать как ориентир. Привет. Спаркли, Твинки. Ну, давайте дадим что-нибудь Спаркли, Твинки. Это будет путеводный камень. Главное не выбросить, а выложить. Выложить — это как раз положить его на пол. А выбросить — это выбросить вообще. Если вы сделали все правильно, то воронята начинает кричать. Да, 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 это именно то, что нам нужно. И после этого нам нужно просто сделать следующую операцию. Это выйти из игры. И загрузиться заново. И здесь будет лежать то, что мы получили за обмен. Белые стрелы. Из того, что можно еще обменять, это, по-моему, останки души. Которые тоже дают белые стрелы. Также можно им отдать латунный телескоп, но латунный телескоп — уникальная вещь, а мы получим не уникальную вещь, поэтому лучше латунный телескоп оставить при себе. Из своих блестящих предметов мы можем еще отдать серебряную палочку, либо серебряный венец, но в данный момент они мне нужны, и когда я найду дубликаты, я с ними обязательно обменяюсь. И здесь у нас первая ящерка, которую мы падаем прямо на голову.
И теперь нужно как можно быстрее закидать ее либо магией, либо использовать желательно какое-нибудь колющее оружие. Потому что именно оно будет наносить как можно больше урон. Да, действительно, описание не обманывало в части чешуи. И вот этим кристальным ящеркам колющее оружие наносит наибольший урон. Осколок камня лунной тени. Ну, на самом деле, иногда из них выпадает и более лучший материал для апгрейда. Осколок руды, источающий лунный тень, позволяет улучшать кинжалы, колющее оружие, мелодан. То есть, это именно те камни для апгрейда, которые мне и нужны, чтобы улучшить свой фальшион. И давайте еще напоследок в локации сходим в одно место. Главное там не умереть. Здесь внизу есть скрытый проход. Да, в Demon's Souls тоже есть скрытые проходы. Но их очень мало, и, по-моему, они все, ну, практически все, именно в четвертом мире. Здесь очень опасное место. Находится оно именно вот здесь. Здесь стоит два скелета с двух сторон. И в идеале бы их надо... Ты... Ну вот это вообще было нечестно. Он ударил меня через угол стены. Что творит? Опять сильная атака. О чем я и говорил, что главное мне тут не умереть. В узких пространствах против скелетов сражаться не очень приятно. И как раз тот самый медный ключ в плесени, который мы подобрали, открывает эту темницу, где нас ожидает очередной торговец NPC. You saved me. Heavens, I can't believe I fell for that trap. I suppose I owe you now. I'm Blige, a grave robber. It's thanks I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? Расхититель гробниц, эдакая Лара Крофт в мужском обличии. This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They have long perished, and now the demons have put the souls to work. At least here you're killing things that are already dead, like skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Better than killing those poor soul-starved humans, right? Мы, Блайдж, рассказывает нам, что племена, которые здесь проводили раньше некие ритуалы, уже давно мертвы. И у него можно купить несколько интересных предметов. Это осколок облачного камня, осколок зеленой руды, появляющийся в облаках. Используется для укрепления щитов. Блокирует свет, увеличивая способность щита заграждать от магии. Обычными камнями можно укрепить щит до 5 уровня. Да, здесь еще и отдельные камни для апгрейда щитов. Да, здесь очень большое количество различных камней. Скиметр у нас уже есть, фальшион тоже, короткий лук. И если вы предполагаете пользоваться луком, например, для того, чтобы убить красного дракона в локации 1-2, то рекомендую купить короткий либо длинный лук, в зависимости от того,
насколько у вас хватает характеристик. Потому что ранее лук, который лежал в 1.2, его в переиздании почему-то убрали. И теперь луки можно купить вот только у него. Также он еще продает кожаный щит, стрелы, деревянные стрелы. Причем именно стрелами я тоже рекомендую закупаться именно у него, потому что они дешевле, чем у Болдуина в Нексусе в 2 раза. Болдуин продает обычные стрелы за 20, здесь по 10. Поэтому, если вы играете не за мага и хотите убить красного дракона в локации 1.2, то рекомендую закупиться стрелами в количестве, ну, примерно хотя бы 200 штук. А лучше, наверное, все 250. Также он продает кожаный сет, который является стартовым для охотников. Кожаный доспех для тех, кто проводит много времени на природе, например, для охотников. И еще он продает одеяние варвара. Стартовый сет варвара примечателен тем, что у него все характеристики защиты равны нулю. То есть, по сути, что вы ходите в трусах, что в сете варвара нет никакой разницы. Его можно купить просто так, ради прикола. Больше нигде вы его купить в этой игре не сможете, если только у вас не стартовый персонаж варвар. Итак, я, наверное, прикуплю у него кожаный сет. Хотя шапку можно было не покупать. Мне она не нравится. И, возможно, короткий лук. На длинный лук тратиться не хочу. Травой у него закупаться не стоит. Можно найти варианты подешевле. Также и пряности можно найти, где купить дешевле. Да, еще он продает липкую белую слизь. Липкая белая воскообразная субстанция. Наделяет магическими свойствами оружия в правой руке. Продукт жизнедеятельности слизня, живущего в светящейся волшебной воде. То есть, по сути, мы намазываем свое оружие какашками. Satisfied? May we have a long and fruitful relationship. Ну что ж, можно приодеться. Одеть кожаный сет. Он не намного больше дает резистов, чем одеяние волшебника, но и весит при этом потяжелее. Кожаную шапку я одевать не буду, потому что, блин, ну реально, выгляжу я в ней не очень. Хотя, по идее, можно вообще шапку одеть и меню игры ее отключить, чтобы ее не было видно, чтобы всегда наблюдать вашу физиономию, на создание которую вы, возможно, потратили большое количество времени. И в его камере здесь больше ничего нет. Ой. Сжег ящик. Из этого подземелья есть еще один выход. Ой, здесь крышка. Который ведет за спину авангарду. И здесь лежит еще одно уникальное оружие. Это... ой. Наша всеми любимая Утигатана. Ну, хоть одного у меня сегодня удастся. Есть. Лучше бить у него магией на контратаке, когда он нас стреляет. Облачного камня. Да, в этой части локации они становятся наиболее агрессивными, начинают очень активно поливать. И, пожалуй, дальше мы пока что в этой локации продвигаться не будем, потому что это может плохо закончиться. Убивать авангарда тоже не совсем обязательно, хотя и можно. Так, давайте почитаем Утигатану. Оу! Подождите. Да блин! Меткие твари. Все. Утигатана. Острая катана с длинным черным клинком из далекой страны. Тяжелее, чем кажется. Наносит невероятно мощные удары и вызывает кровопотерю. Но из-за хрупкости ее лезвие легко портится. Да, прочность у нее всего лишь 70.
Да, проблема убийства авангарда здесь — это то, что нас будет постоянно обстреливать эти скаты. То есть, по идее, перед тем, как убивать, желательно бы их подрастрелять немножко. Но ангар здесь настолько туп, что можно его вот просто вот так вот тупо расстрелять. Хотя он и достаточно сильно защищен от магии огня. Может просто собрать вещи да свалить отсюда. Это вот трава, полнолуние. О, мне кажется, он стал двигаться. Так, по-моему, здесь что-то еще где-то лежало. Здесь у нас в середине колодец. А, вон там еще что-то лежит. Ну, ангард, выходи. Не позорь свой честной род. Он просто заскриптован здесь, чтобы защищать вот этот именно проход. Тоже можно и так пройти, ну... Как живая статуя, реально. Окей. Используем всю ту же тактику. Если возникают какие-то проблемы, можно всегда отойти. Да, и, кстати, на него кровотечение сработало. Блин, ну, авангард. Что ж, подождем. Просто я не хочу тратить специи. Из его души не особо что-то вырисовывалось. Ух, активизировались наши скаты. И он нам дает еще одну душу серого демона. Теперь у нас их две. Одну мы можем со спокойной душой искушать. Ну что ж, я взял в этом мире то, что хотел. И теперь мы можем двигаться дальше.